Ну, во-первых, мне хотелось бы, чтобы вы представились. Ну, предложите, пожалуйста, нашему гостю. Bevezést, vagyok Körmendváros polgármestere, annak a városi, amely Nyugat-Magyarországon van, és Ausztriától a határtól kb. 10-12 km-re fekszik. Являюсь фамилией Бедеши имя Иштва. Я являюсь мэром того маленького города, который будет с Южным жить. И находимся мы около 10-12 километров от открытой границы на западе. А меня зовут Наталья Мизюкина, я журналист сайта Репост. Очень приятно. Очень приятно. А, немножко расскажите о своем городе. Мы знаем, что это старинный городок, что у вас не очень много живет людей, и что у вашего города есть какая-то баскетбольная история. Igen, a Körmend városa 770 éves, idén ünnepelte 770 éves évfordulóját, annak az alkalomnak, amikor az akkori magyar királytól városi kiváltságot kapott. Körmend в этом году, Körmend исполнилось 770 лет, с того времени, как получила от короля Венгрии право назвать себя городом. A városnak 12 000 lakósa van, és egy nagyon komoly gazdasági, valamint sport és kulturális élettel is rendelkezik. В городе живут около 12 000 населения, очень интенсивная спортивная жизнь у нас, ну и экономика развивается. Ну, баскетбол, у вас есть какая-то баскетбольная команда в городе? Igen, van kosárlabda csapatunk, egy 52 éves múltra tehető, ugye 52 éves a városnak a kosárlabda sportja, és hát a jelenlegi kosárlabda csapatunk a magyar első osztályban játszik, a profi ligában, és hát próbál dolgozni az Európa kupában is. Баскетбольная команда нашего города уже 52 года существует. В настоящее время выступаем в высшей лиге Венгрии и стараемся и надеемся в будущем выступать и в Еврокубках. А, судя по вашему росту, вы тоже имеете отношение к баскетболу. Расскажите немножко о своей истории баскетбольной. А вы много шагов. Нельзя катать телевизор баскетбольного шага. Igen, az első magyar nem budapesti csapatként kosárlabda bajnokságot nyertem, a csapat tagja voltam. Ez egy kicsit odébb van, hiszen ez 1987-ben volt, mikor először bajnokságot nyertünk. Да, я тоже играл в баскетбол. В том числе первая команда была Венгрии, не будапештская, которая выиграла чемпионат. В Венгрии, но это немножко давно было, в 87-м году. А как вам сегодняшнее наше приветствие, город Южный, какие ваши впечатления от игры, что вы уже успели посмотреть? Folyamatosan élő városról van szó. Мы сегодня приехали, и то, что мы сегодня увидели, это видно, что город живет, живой, и интенсивно спортивная жизнь развивается. Látjuk azt, hogy fejlett a gazdasági élete. Nyilván ez mutatja azt, hogy nagy üzemek vannak, és hát a tengerparti településként pedig komoly hajózási kapcsolatai. То, что мы видели, что крупные заводы есть у вас на территории города, в том числе и порт, и на пляж, и море, так что перспектива у вас хорошая. Топ-осталатам уйдем, фейлет, а спорт и лете, культура и шелете, мой напоминка, а спорт, а лишь меркетинг, мэгиксен, это чудатый комплекс, умба,
egy jó pár sportágnak a működésével meg is lehetett. В этом чудесном спортивном комплексе, и все это я только поздравляю вас. Ну, я не буду вас задерживать. Спасибо большое за интервью. Мы завтра с вами встретимся на подписании нашего дружественного союза. Желаю вам хорошего вечера и до завтра. Спасибо, пока. До свидания. Пока-пока. Все, до завтра. Спасибо.